33-й съезд Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов проходит в эти дни на базе ДАГУС университета. В этом году тема встречи связана с пандемией и посвящена повышению социальной защищенности коллективов высших учебных заведений. В работе съезда принимают участие 40 вузов из 5 стран мира. С приветственным словом гостям встречи обратился ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. Мы классический университет. У нас широкий спектр подготовки. Вот все образование у нас разделено на 9 областей, правильно же? У нас нет медицинского образования и нет военного. По всем остальным 7 областям образования мы проводим подготовку. При этом по таким важным стратегическим областям образования, как первая область, математические и естественно науки, 92% тех студентов, которые обучаются в республике в этой области образования, это студенты ДАГУС университета. Работа съезда продлится до 10 октября. Проводится он ежегодно. Стоит отметить, что ДГУ принимает его уже в третий раз.